Ноябрьский турнир – это обязательный этап в соревновательном календаре приморской спортивной гимнастики. Ежегодная проверка сил перед зимними чемпионатами. У юношей 6 снарядов, у девушек 4 – перекладина, конь, брусья и вольные упражнения. Самая любимая дисциплина у большинства участниц. Они мне нравятся, потому что это сочетание акробатических элементов и хореографических. Очень нравится делать акробатические диагонали и также их совмещать вместе с красивыми хореографическими движениями под музыку. Но кроме вольных упражнений, где музыка и хореография, есть силовые. И атлетов именно это привлекает в спортивной гимнастике – сочетание грации и акробатики. Мне больше нравится спортивная гимнастика, потому что в спортивной гимнастике больше акробатических элементов, чем в художественной. Ноябрьский турнир – это еще и отбор в сборную Приморского края на 2024 год. Кто-то из спортсменов защищает свое место в сборной, кто-то пытается попасть в нее впервые. Кроме того, хороший результат на соревнованиях дает возможность повысить свой спортивный разряд. Конечно, да, спортсмены могут присвоить себе разряды, то есть им нужно набрать определенное количество баллов, и на этих соревнованиях они могут это сделать, чтобы им присвоили кандидата в мастера спорта, первый разряд спортивный. Следующие соревнования по спортивной гимнастике в Приморском крае пройдут в конце декабря. Их участниками станут самые маленькие спортсмены. Под стать и название – турнир на призы Деда Мороза.